с очень хорошей информацией, да, которую вы сегодня уже прочитали в нашем чате. В нашей команде Star Trek родился новый миллионер. Город Ханты-Мансийск – это Ирина Мельман. Мы здесь ее видим. Она уже, по-моему, с кужером шампанского сидит. Ирин, давайте мы попробуем. От всей души, вот действительно, от чистого сердца. Вот мы за тебя, ну, я думаю, что вся команда, да, очень-очень рада, потому что твое становление как лидера, вообще формирование вашей команды города Ханты-Мансийска происходило у нас у всех на глазах, да? И когда у нас приходят новички, новые партнеры, и когда мы проводим им презентации нашего бизнеса и рассказываем о больших деньгах, о том, что это может сделать любой человек, то многие нам не верят. Они говорят, что наши компании зарабатывают одни и те же люди, что это смонтированные ролики получения денежных вознаграждений, что это монтаж, когда получают машины. Но примером, да, такой работы, добросовестной работы, которую вела Ирина Мельман, а работала она всего 3,5 месяца. Ирина, это так? Ну, на самом деле меньше получается, потому что у меня 3,5 недели была пауза. Я вообще выключалась из бизнеса 3,5 недели. Поэтому получается чуть меньше трех месяцев. Круто! Это очень круто. То есть человек пришел по интернету, да, Ирина пришла по интернету в нашу команду. Она не занималась ранее таким бизнесом, да, у нас особый маркетинг, очень интересный, очень доходный. Ее это заинтересовало, она начала работу с нуля. Изучала все сама, вела презентации для нас, помните, да, какие школы она проводила. Формировала команду в своем городе Ханты-Мансийск. Сегодня хочу огромное спасибо сказать всей команде, партнеры, которые поддержали Ирину, а те, которые помогали идти к этому результату. Это огромный труд команды. И, пожалуйста, вот получается около 3 месяца, да, активной работы и вознаграждение 3 миллиона тенге, то есть это у нас 500 тысяч рублей. И это не монтаж. Это человек, которого я ранее не знала вообще. Вот. И поэтому это еще раз говорит о том, что это возможно. Я вот все-таки, несмотря на то, что и у Ирины фужер с шампанским, я думаю, что она еще немного успела выпить. Говорить может. Сегодня можно. Можно, Ирина, можно. Я хочу тебе предоставить слово сейчас, да, и сказать, вот как это было сделано, вот твои впечатления, вот как это получилось и вообще, что ты сейчас ощущаешь. До сих пор многие не верят. Ну-ка вот утри всем нос. Давай. Есть такая фраза. Мое сегодня, вас и завтра. Когда я смотрела на Андреонову, я для себя точно такую же программу устанавливала. Ее сегодня, мое завтра. И мое завтра потихоньку наступает. Вот. Я хочу каждому сказать из своей команды, естественно, моя драгоценнейшая команда. И девочкам из параллели, из других городов. Я хочу сказать, что все реально, и это действительно, как Таня сказала однажды, надо просто это полюбить, и увидишь, поймешь, как это просто. Но это действительно так. У меня в начале пути была такая история. Я когда только зарегистрировалась к Татьяне Андроновой, я ее по интернету нашла, выбрала, скажу так, да? Вот, чему несказанно рада до сих пор, и я думаю, что всегда буду очень рада. Я
зарегистрировалась в каком-то манифесте, уже работала детка. И одна моя знакомая, я что-то у себя в Инстаграме, что ли, написала, и одна моя знакомая тут же мне звонит и говорит: «Ты зарегистрировалась? Ты что? Да? Приезжай ко мне срочно, поговорим. Я уже 3 месяца в G-Timer, приезжай ко мне». Я приехала, и они вдвоем со своим спонсором начинают на меня такую атаку, по сути, ну, это мило, душевно все, по-дружески, но смысл такой, что ты что, одна, зарегистрировалась неизвестно куда, как это ты будешь там с кем-то вообще на другом конце России, ты в Ханты-Мансийске, она в Карелии, вы что, вся Россия между вами, как ты собираешься, ты одна, ничего не сможешь вообще, ты что, идем к нам. Ну и суть в том, что прошли мои 3 месяца, у меня есть результат, у девчонок тех пока еще нет результата. Но я думаю, что все впереди. Вот. Но смысл в том, что если работаешь, то результат есть. А как я работала? Я работала сначала на Таню. Так, Таня делает вот это, значит, мне надо делать то же самое. Единственное, что я по каким следам не пошла, это ведение соцсети активно. Пока я еще не могу переступить там какие-то свои штуки, поэтому это не начала. А все остальное, Таня так работает с командой, значит, я должна так работать. Она вот так говорит, значит, я должна вот так. То есть копирование успешного опыта и постоянное тестирование. То есть у меня уже за это время, ну, несколько презентаций уже отвалились. То есть, например, я начинала одним образом, посмотрела, что нет, не очень-то хорошие результаты. Ну-ка, надо по-другому. Давай по-другому. Потом по-третьему, по-четвертому, по-пятому. Короче, работаешь, просто анализируешь, оттачиваешь. Действительно относишься к этому как к работе. И все. Это прекрасно, на самом деле. Казахи молодцы, красавцы. И я всем вообще признаюсь в любви, потому что мне очень приятно, когда были вот такие вот заслоны, когда люди из других городов были. Даже если кто-то ни слова не скажет, это все равно других поддерживает. А если кто-то выступает и что-то говорит, это очень здорово, потому что чувствуешь, что ой, ну я не одна. И в других разных городах, и все прекрасно. Люди работают, я буду работать. Поэтому спасибо всем, кого вот я за эти 3 месяца видела и слышала. Спасибо огромное. На самом деле, в моем результате есть вклад каждого, честное слово. Вот. И мне надо или рот заткнуть, или шампанского налить. Выключай микрофон, наливай шампанского и слушай нас. У тебя сегодня... для тебя сегодня такой день наступил, да, ты умничка. Конечно, мы ждем в нашей команде новых миллионеров. Вот сегодня Ирина вышла у нас на 3 миллиона. Мало того, что мы ожидаем подтверждения завтра или послезавтра, да, сейчас работает очень... активная администрация, и они будут уточнять списки тех людей, кто получит путевку в Египет. Мы, по-моему, выполнили все условия, да, Ирина, для того, чтобы эту путевку получить. То есть к этим деньгам, которые получает Ирина, она получает еще путевку в Египет и становится в автопрограмму. То есть она автопартнер. Не за горами автомобиль в Ханты-Мансийске вашей команды. Я рекомендую вам, вот, наверное, в ближайшее время подумать над тем, как будет называться пока ваша еще маленькая командочка в городе Ханты-Мансийск. Пусть 2019 год начнется уже работа именно вот в команде, которая имеет название. Это очень важно. Вот у нас команда Star Trek, Звездный путь, да, международная. Но вот у нас сейчас есть партнеры Петропавловская сильная команда, да, у них команда Сириус. Назовите, придумайте что-то свое. Это классно. И сейчас у вас следующие люди, да. Я знаю, кто у вас. Надежда, да? Надежда. У нас там... Да, и в чат. Галина и Виталий.
Вот. То есть уже подбирается следующая ступенька, да, где рождаются новые миллионеры. Ну и поскольку мы в нашей команде имеем такой опыт работы для того, чтобы человек периодично получал свои деньги, помните метод спилловера, да, когда человек выходит, и он опять на выплате, он уже опять на пике. То есть еще один... Так, 16 человек, да, у нас сейчас работает, 4 команды срабатывают, 16 человек и снова 3 миллиона тенге. Все. Ой, это здорово. Таня, можно два слова еще сказать? Да. Так, получается, что после меня 30 человек же прошло в цикле, да? 30 мест, а по количеству людей это всего 12 человек. Вот как. Вот как сработала команда. Вот как сработала команда. Замечательно. У меня в прошлый раз было 10 человек всего. Сработали для того, чтобы заработать 3 миллиона тенге. То есть это труд командный и молодцы. Значит, сегодняшняя наша презентация будет на тему... В общем, ответ на два вопроса, которые вы должны донести до своих новичков. Первое – это какие деньги можно заработать в компании G-Time Corporation? И второй вопрос – в чем заключается работа? Уважаемые партнеры, когда вы проводите свои презентации, запомните это правило. В самые первые минуты, наверное, в самую первую минуту вашей встречи, первую минуту презентации, человек хочет услышать ответы вот на эти два вопроса. Интересно, сколько денег мы зарабатываем в компании G-Time? По 500 000 рублей. В чем заключается работа в компании G-Time? Работа очень простая. Это информационный бизнес. Мы просто с вами делимся информацией, представляя интересы компании G-Time, поскольку мы ее партнеры, показывая возможности для каждого человека зарабатывать очень хорошие деньги и приобретать шикарную продукцию нашей компании. Если это вы скажете, то дальнейшая презентация, возможно, будет... на 5 с плюсом, она будет успешной, потому что человек будет вас